Доброе утро, страна! Доброе утро, любители любимовского пляжа! Сегодня 28 ноября 2019 года. Осенняя погода. Небольшие облака, солнышко, море. Раннее утро. И я с вами на пляже. Мы не одни такие. Люди пришли кофе попить на свежем воздухе. Второй день, ни одного рыбачка нету. Водичка мутная. Почему мутная? Потому что вторую ночь, можно сказать так, с наступлением сумерок, в горах поливает небольшой моросящий дождь. И река Бельбек выносит это все в море. Наконец-таки она потихонечку пробила себе дорогу. Вот я издалека сегодня снимаю. Видно. Я вчера вам показывал этот кусочек, где речка начинает выход. На этом заканчиваем сегодняшний утренний репортаж. Приятного настроения, хороших вам удачных дел сегодня, чтобы все получалось. 1 декабря подходит, уже вот-вот-вот постучится в дверь. Готовьтесь к зиме.